Я тоже иду провожать бабушек. Девчонки почему-то так и не пришли. Может, хоть из окна помажу. Да, вот, Саша держит лаки. А, побежали! Ну-ка, идите сюда! Бим! Иди сюда! Да, в другую сторону. Ой, чё бы доброго, какую-то фигню принесли опять. А-а-а. А, нет, Ростов книга прислала мне документы. А тут чё? Ай, здесь какая-то газетка. Да, у меня в этом году очень много добросовестных клиентов, которые мне возвращают документы подписанные. И это одно из них. Вот. Ладно, давайте пока. Куча марок. Да, это Ростов книга. Обычно никто ничего не присылает, и мне приходится расписываться за них сами. А эти прислали, молодцы. Че? И вот ради этого письма ты лаки облаяла почтальона. Ай-яй-яюшки. Мы с вами сейчас еще пойдем до сада. Там папа и Лиза устраивают фотосессию нашим щенкам. Они уже начали капец как разбегаться. Смотрите, вон один бежит. Ты куда? Ты уже отфоткался? А? Ты отфоткался уже? Или ты сбежал? Секунд такой, ты боишься. Выяснили. И эта маленькая пёска свалила с фотосессии. Убежала. Но я ее поймала. И несу обратно. Ее точно надо отфоткать, она девчонка. Ее надо в первую очередь отдавать. Ой, а тут еще Черныш бегает. Черныш, привет. Лиза говорит, мама, ты что, всем имена дала? Я говорю, ну надо же как-то их называть. А этот Черныш или Чернушка? Или Ночка? Какие мы. Ну вот как вот тебя фоткать, если ты такая сыкушка? Давай так. А тетя Ляпа. А ты ляпа. Ты чё, Лиза, тебя уже отфоткали? Ты ляпочка. Куда ты, Чернушка? Опа! Опа! А? Чё, ни одного не смог сфоткать? А? Вот это я не могу сфоткать, вижу, жопу скачет. Надо ее на что-нибудь вкусненькое приманить. Нет, сейчас Алиске скажу, чтобы она... Лиза, надо пирожок принести. Следи за собачками, а я принесу пирожок. Будем на пирожок фотографировать. А? Несу щенкам немножечко колбасок. Думаю, за колбаски они согласятся позировать. Ну что, отмани его на колбаску. Позови его. Он теперь хочет с тобой гладиться. Он теперь не хочет фоткаться. Он освоился. Давай, сманивай его на запах. А теперь к папе. Чтобы он видел колбаску. Да, теперь они все здесь. По одному надо было таскать-то. Что толпа? Я на фоне Лизы, что ли? Ну, я не знаю. Лиза на трусы. Черт, я его. Дай. Попробую. Я в кастрюлю. Иста. Ой, ты какая. Какая грозная. Ну-ка, где колбаска? Где колбаска? Давай, грозная моя. Грозная собака, грозная. Грозная. А это какая грозная. Ну-ка, колбаски, смотрите. Колбаски. Они крутятся, вертятся, вообще капец. Ну так ты им колбасу показываешь, там все, прет. Ну они хотя бы бегают. Идите сюда. Сюда идите, смотрите. Смотрите. Ты сюда посмотри, что ты ходишь, крутишься. Можешь подержать их просто, а? Может. Играли у нас девчонки, играли дружно в куколок. И тут несчастье приключилось, да? Какое? У Катиной Лолки. Сейчас покажу. У Катиной Лолки, а это Лолка как бы не оригинальная, а это, ну, подделочная.
У нее отломилась вот эта штука. Ой, 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 ой. Это вторая штука тоже. Так, вот это надо забрать у папы. Вот этот шарик, на котором крутилась голова, он состоит из двух частей, и он развалился на две части. И сейчас Катя что делает? Еду с папой. Едешь с папой в магазин и не плачет ни в коем случае, не расстраивается. За? За суперклеем, за моментом. Да, и будем потом смотреть, как папа реанимирует нам куколку. Куколка будет целенькая, ага. Ну все, давай, беги. Беги, пока магазин не закрылся.